12 сентября 2018 года осужденные, находясь на территории торговых павильонов, расположенных на улице Рябикова города Ульяновска, в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной нанес ему удары руками по голове, от которых потерпевший скончался на следующий день в медицинском учреждении. Рябов в ходе допроса вину признал, пояснив, что конфликт с потерпевшим у него случился в салоне сотовой связи, где последний вел себя вызывающе. Отношения они выясняли уже на улице. Рябов с целью проучить обидчика стал наносить ему удары. А когда потерпевший схватил у торгового павильона стул, тогда уже добил его. Приговором суда Рябову назначено наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы.